гранат. Гранатовый. Потрясающий вкус, друзья. Очень вкусно. А еще можно купить большой сок. Гранат или апельсин за 3 лиры. Вот вы видите цены. Маленький 1,5, 2,50 и 3. Вот так вот его делают. Сейчас будем пить свежевыжатый сок в Алании. Мы пьем его редко. Ну, только дома делаем зимой, а на улице так никогда не покупаем. Через Эскишхир протекает река Порсук. И прямо на ее берегах стоит один из самых фешенебельных отелей. Рыба. Почем рыба? Цены на рыбу. Самон Ирмилера. 20 лир. Хамси 10 лир. На суфятла рыба. 10 лир. Чупра 20. Красная рыба 20 лир. Очень дешево. Ну, в общем, здесь один из самых фешенебельных отелей в Эскишхире, Порсук отель. В него мы еще с вами сходим чуть-чуть попозже. Ой! Мы пришли в наш любимый ресторан. Вот он находится за нами. Здесь очень все дешево, но очень вкусно. Сейчас я вам покажу цены. И цены на все это вас очень удивят, на всю еду. Посмотрите, вот цены. Суп стоит 3 лиры, 2,5 лиры. Плов 2,50, манты 3 лиры. Фасоль 5,50, долма 4,50, кёфты 7-8 лир. В общем, мясные блюда по 7-8 лир. По-моему, самое дорогое это 8 лир. Очень много есть шницель, очень много сладостей. Давайте посмотрим, как это выглядит все из... внутри. Вот такая вот вкуснятина. Мы заказали супы и мясные блюда. Я взяла вот это вот блюдо. В общем, друзья, цены потрясающие. Оставлю метку на Google карте. Называется Yildiz ресторан. Сейчас зайдем внутрь. Здесь всегда очень много народу, потому что дешево и всегда свежая еда. Ой, и нам уже принесли. Айхан, гельди и меклер. Все наши блюда. Вот я взяла суп, мясное блюдо. Рис напополам с айханом мы взяли. Табукма? Мерджиме. Баклажан с мясом. И все вот это вот нам вышло 18 лир. Вода здесь бесплатная, хлеб здесь бесплатный. Поэтому, когда будете в Эскишхире, обязательно приходите в этот ресторан. Кстати, во многих городах турецких, в Алании также есть такие места, где можно вкусно покушать, дешево. И главное, свежие блюда. Сейчас мы находимся на одной из торговых улиц Эскишхира. Здесь продают все. И еду, и часы, и украшения. И также, друзья, в Эскишехире, если вы приезжаете зимой, не забудьте, что Эскишехир знаменит своими термальными отелями и термальными источниками. Поэтому завтра с утра мы пойдем в хамам, настоящий турецкий хамам. И, как я уже говорила, чем еще заняться в Эскишехире зимой, помимо шопинга? Конечно же, поехать в термальный отель или поселиться в отеле в центре города и посещать термальные хамамы или термальные бассейны. Мы сейчас находимся на хамам Йолу, одна из центральных торговых улиц Эскишхира. И вот там находится наш хамам. В общем, друзья, когда мы кушали, открою вам секрет, мы в Эскишхир приехали специально на встречу с мэром. И представляете, когда шли с еды, с ресторана, встретили его в центре города. И после того, как я вам хотела показать хамам, мы должны были ему позвонить, договориться о встрече. А встретили в центре города и договорились прямо здесь. Вот такие вот дела, друзья. Ну а сейчас я вам... Здесь, правда, идет небольшая стройка, какой-то новый проект. Сейчас я вам покажу хамам, который я ходила раньше. В общем, друзья, хамам выглядит вот таким вот образом. Это старый хамам, посреди него находится бассейн с термальной водой, работает с 5.30 до 22. Стоит, я не знаю, смогу ли я вам здесь показать немножко, как выглядит этот хамам.
В общем, это очень старый хамам. Конечно же, там все не класса люкс. Все старенькое, но очень интересно хотя бы раз ходить в такое место. Массаж стоит 8 лир. Чтобы вас потерли и содрали с вас всю старую кожу, стоит 7 лир. Ну, а сам вход в хамам стоит 10 лир, если вы придете сами со своими полотенцами, со своими шлепанцами, со своим мылом и захотите просто помыться, стоит это 10 лир. Конечно же, как выглядит хамам изнутри, я вам показать не могу, потому что, сами понимаете, там моются люди. Я прикреплю фотографию в этом видео, вы увидите, я думаю, что, или прикреплю ссылки на хамам в... Да, кстати, не в видео, заходите на нашу группу в Фейсбуке, и там есть фотографии настоящих турецких хамамов. Из Кишихира на хамам Йолу идет грандиозная стройка. В общем, здесь обустраивают центр, будет фонтан, много-много лавочек. Сделали вот такой вот мост. И мэр, которого мы встретили, как раз инспектировал, как проходит стройка. В общем, очень классно в Эскишхире, друзья. Просто невероятно. На каждом углу много всяких разных магазинов, лавочек, кафешек. Обязательно нужно сюда приехать хотя бы раз в жизни. В одном из самых красивых, известных районов Турции, в районе Одунпазары города Эскишехир, который знаменит своими вот такими вот красивыми домами. Айхан нам сейчас расскажет, что же здесь есть интересного. Эскишехир ilk yerleşim yeri burası, Одунпазары bölge. Население, заселение Эскишехира началось отсюда. Здесь были основаны самые первые дома, которые, как вы видите, вот выглядят таким образом. Они все отреставрированы. В них находятся кафе, рестораны, мастерские, музеи, чайные. Также люди, конечно же, здесь проживают. Есть бутик, отели. Burada işte Osmanlı'dan önce Selçuk'tan kalma camiler var, külliyeler var, hanlar var. Очень старые есть здесь мечети, ханы, различные постройки. Sonra işte burada el sanatları, yani burası turizm şehri yapılmaya başladıktan sonra el sanatları çarşıları açıldı. Lületaşı mağazalar var. Как вы знаете, Эскишехир также известен произведениями из морской пенки. Мы вам их покажем чуть попозже. И здесь находится много мастерских, а также самый большой в мире музей произведений из морской пенки. Также в этих домах люди до сих пор проживают.
открывается очень много музеев. Как я уже говорила, ханов. Здесь интересно не только летом, но и зимой, потому что открыты разные кафешки. Также здесь есть чебуречные. Эскишхир знаменит своими чебуреками.